На пешеходном переходе у магазина «Пеликан» столкнулись «Мерседес» и груженный самосвал «Шакман». Пострадавшую сторону в этой аварии инспекторы определили без труда. Это водитель немецкого седана. Невольной заложницей обстоятельств стала автолюбительница, оставившая свою «Тойоту Ист» на парковке у магазина. «Мерседес» преградил выезд. Его водитель помог девушке выбраться из аварийной ловушки. Давай еще. На протяжении 5 минут хабаровчанка безоговорочно выполняла указания мужчины, но сочла расстояние недостаточным и вернулась на парковку. К этому времени подоспели полицейские. Они зафиксировали расположение автомобилей и разрешили водителям убрать их в сторону. Двигался по дороге, остановился, чтобы пропустить пешехода, как полагается. Впоследствии получил. Шофер оранжевого самосвала вез щебень на стройплощадку по улице Гамарника. Дорогостоящая иномарка двигалась впереди, в попутном направлении, в сторону улицы Широнова. Неразбериху в размеренное движение автомобилистов внес замешкавшийся на зебре пешеход. Он не решался выйти на дорогу, а водитель «Мерседеса» тронуть машину вперед. Да тут пешеход стоит, узбек какой-то с бутылкой машет, неизвестно, переходит, не переходит. Ну, так вот получилось. То есть он, получается, затормозил? Ну да, он как бы едет, ну... Притормозил чутка, ну и едет дальше. А я по зеркалам посмотрел, хлоп-стрю, он уже остановился, ну и догнал его. Секундное отвлечение стоило шоферу грузовика часа потерянного времени. Крупногабаритная машина в аварии почти не повреждена. На бампере осталась лишь небольшая царапина. А вот владельцу «Мерседеса» предстоит делать серьезный ремонт. С места происшествия Евгения Куликова, Мария Склярова и Степан Симонов.